У меня кашка здесь сварена овсяная. И сейчас я кашу добавлю в блендер. Так, у меня потому что Аринка кашку любит овсяную, но она почему-то перестала так хорошо есть и кашу, которая не измельченная. Так что я сейчас ее добавила в блендер и немножечко измельчу. Ну вот, сейчас я переложу в тарелочку, она остынет, и Арина будет завтракать. Да, и вот, кашку я остудила. Я вот так вот ее делаю по краям тарелочки, чтобы она быстрее остыла. Так, и все. Аринка, ты это кушаешь, как будто тебе невкусно. Надо твой чехольчик постирать. Ой, умничка. Арина. Пирамидка. Стала очень интересоваться пирамидкой. Я же уже детальки где-то все потеряны. Ой-ой. Себе на завтрак я сегодня хочу приготовить ленивое хачапури. И для него мне потребуется здесь у меня брынза и твердый сыр. Вообще по рецепту идет по 100 грамм того и того. Но у меня тут получилось брынза 120, а сыра, наверное, где-то грамм 70. Пол чайной ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соли, 200 миллилитров молока, одно куриное яйцо и муки вроде 160 грамм. Так что сейчас посмотрим, что выйдет. Так, яичко с солью. Надо все перемешать. Так, и влить сюда молоко. Так, муку я уже сюда вмешала и добавляю пол чайной ложки разрыхлителя. Так, и теперь сюда добавляем сыр. Так, все сюда замешала. А тесто у меня получилось темное, потому что мука цельнозерновая. Все это обжарить надо сейчас с двух сторон. Просто выливаем всю эту получившуюся массу на сковородку и обжариваем под крышкой. Вот, все вылила на сковородку, сейчас будем ждать. Это вот масло я налила все действительно вот прям вот, ну, чуть-чуточку. Оно сюда, в этот край собралось. Все, ждем. Так, ну что, мой хачапури ленивый готов. Так как я добавила очень мало масла, поэтому оно стекло, видимо, в одну сторону. И вот это приготовлено было на масле, а это на сухой сковородке. Переворачивается, но очень сложно. И я, получается, брала из сковородки, прям вот так поднимала ее и вот так вот скидывала на тарелочку. На вот эту вот большую скинула, и потом, получается, сковородку наклонила и выложила вот это вот другой стороной. То есть, ну вот, где вот была не приготовлена, туда вот перекинула так, и все обжарила. Достается, да, очень сложно, то есть оно прям рвется, ломается. Так что ладно, сейчас наливаю себе чай, буду пробовать. Это так вкусно. Кушай, кушай. Если, кстати, готовить на масле сливочном, оно получается вот такое вот красивенькое. А так оно без масла. Но все равно очень вкусно. Так, и у нас сейчас по плану смена постельного белья. Так, сейчас я поменяю нам. Я тут уже начала его снимать. Поменяю Арине.
А у Киры... У Киры постелька была чистая одета. Пока она была у бабушки, я постирала и поменяла тут все. И для начала я снимаю все постельное белье и застилаю чистое. Предыдущее постельное белье, кстати, очень мне понравилось. Оно, мне нравится и как оно к телу, и как оно на кровати. То есть, ну, оно приятное. Но, к сожалению, даже не знаю, что это за фирма постельного белья. Нам его просто подарили очень давно. Но на старую кровать мы даже не пользовались им практически. Стали одевать только на новую. А новой нашей кровати, ну, где-то полгода. И так что, к сожалению, то постельное белье у нас одно-единственное. А вот это постельное белье, оно почему-то хоть идет двушка, но маловато. Арина, доча, ты где сидишь? Залезать стала теперь на комод. Это ужас какой-то. Диван просто был разложен, и отсюда, сюда, и на комод. Аринка! Сидит, ковыряется в косметичке. Все, Аришке тоже поменяла постельное. Все, сменила постельное белье. Дальше застилаю кровать пледом. Так, кровати готовы. Осталось унести все в стирку, разобрать на комоде. Все белье унесла в стирку, затем все с ковра стряхнула на пол и все заметаю, все, что было под ковром и на ковре. И после этого обтираю все влажной тряпкой. Тут Аришка у меня своровала телефон. И все, на этом, в принципе, наш порядок в комнате готов. Ну что, порядок? Так, ну все. Сейчас коврик постелить, когда пол подсохнет, и красота. Топ-топ-топ-топ-топ. Пойдем творожок кушать. А мы, мам, пойдем? Компот нужно пить обязательно так. Если пьешь не так, он не такой вкусный, да, дочь? Да, дочь, скажи так, компот не такой вкусный. А после перекуса я пошла прибираться дальше. Обтерла полы в зале, все везде лишнее убрала и собрала. И все, вторая комната тоже готова. Так, ну и что, тут тоже полы обтерла. Сушилку остается разобрать. Тебе нормально, Ариш? Она полностью в рот помещается. Ой-ой-ой. Аришка, у тебя такая шея грязная, как будто мы тебя никогда не моем. Хотя уже сегодня мыла 3 раза точно. А время еще... Бау! Класс! А дальше после приборки мы наконец-таки идем умываться. Для начала я умываюсь пенкой. И после все, конечно же, смываем и чистим зубы. После того, как я умылась, я зову младшую дочь умываться, потому что она всегда со мной рядышком была около ног. И вот умываем ее. И после зовем старшую. Тоже ее причесала сначала, заплела ей хвостик. И дальше умыла лицо и почистила зубки. Теперь спокойно можно дождаться обеда и после обеда идти гулять. Я почему-то уже настолько привыкла, что гуляем мы после обеда, а не до. Хотя до обеда, то есть с утра, мне почему-то гуляется намного лучше, чем после, либо вообще вечером. Но я никак себя не могу перебороть. И здесь я еще прополоскала рот ополаскивателем. И все-таки я решила поправить вот это вот бесячее полотенце, которое висело криво все видео. Пика.
Давай, давай, давай. Ой, вообще класс. Пошли на прогулку. У нас на улице теперь настолько холодно, что даже пришлось пойти детям купить по шапке. Ты что кричишь-то? Кира, покажи шапку. Шапку покажи мне. Подойди ко мне. Ты какая тонюсенькая. А у Ринки такая розовенькая. Мы вышли у девочек, аж уши такие холодные-холодные. Да. Пошли. Стой, иди сюда. Стой, стой. И по трубочке такой. Кира. А я девочки. Классно? Держи, 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 держи ее. Дай мне. Дашь мне? Спасибо. Куда пошли мы? Кафе. Суши есть. Да. Пошли покушаем в кафе сегодня. Да, и кафе. А мне сок яблок. Да, и сок яблочный попьем. Ринка у нас спит. Да. Снимаю. Вау, это что такое? Красотка какая. Ринушка спит. Возьми палочку ты одну. И вот сюда макни в сырный соус. Это сыр жидкий. Горячий. Ничего? Видишь, какой-то мутный мне. Не спрашивай, зачем ты делаешь. И после, конечно, кафе я пришла домой и начала разбирать сушилку. Я сняла все белье, которое высохло. И затем развесила чистое. И все. Всем спасибо, что вы посмотрели это видео. Не забывайте ставить пальчики вверх и обязательно подписываться. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Всем пока-пока. До скорых встреч.